Здравствуйте, друзья! С вами компания «Дивгайрименколь». Меня зовут Лейсан Гаязова. Сегодня хочу показать вам квартиру планировки 3 плюс 1, которая находится буквально в 5 шагах от моря. Это у нас третья линия, но тем не менее море очень близко, 100 метров есть ли, нет ли. И вот в таком уютном комплексе на 6 этаже у нас находится эта квартира. Мы с вами зашли в квартиру. Здесь у нас прихожая зона. Как вы видите, она очень хорошо тут оформлена. Есть дополнительная подсветка тоже сделана. Зеркала увеличивают объем. Ну и в принципе, тут достаточно просторно, комфортно. Учитывая то, что у нас все тут блестит, сверкает. Очень к себе располагает. Есть у нас видеодомофон. Дверь у нас стальная. В общем, все как положено. Сейчас мы с вами пойдем слева направо. Здесь у нас салон, совмещенный с кухней. Давайте перейдем туда. Наша квартира продается с мебелью. Сейчас мы с вами прошли в зал, в кухонную зону. Как вы видите, она отделена от зоны отдыха вот таким вот островом. Здесь у нас есть места для хранения. Кроме этого, дополнительно хозяева сделали еще один шкаф, то есть увеличили места для хранения. Есть у нас встроенная техника. Как вы видите, вот этот вот у нас комплект, вытяжка, варочная поверхность, духовой шкаф, извините. Кроме того, у нас есть посудомоечная машинка и вот такой веселый холодильник. Теперь давайте перейдем в зону отдыха. Мы с вами переместились в зону отдыха. Как вы видите, здесь у нас комплект мягкой мебели. Причем один диван хозяева развернули, чтобы любоваться морем постоянно. А здесь можно наблюдать, смотреть телевизор. Телевизор тоже входит в стоимость. Что еще хочу отметить? Окна, значит, у нас эта сторона западная, а балкон находится на южной стороне с чудесным видом на море, куда я вам предлагаю сейчас переместиться. Вот такой чудесный вид у нас открывается из окна. У нас с вами 6 этаж. Очень хорошо продувается квартира, наверное, заметно по моим волосам, так как она у нас распашонка. Хозяева здесь организовали для себя столовую зону, поставили стол с 4 стульями. Также здесь есть встроенные шкафы, тоже место для хранения они увеличили. Еще большой плюс, то что у нас балкон уже застеклен. Из южной стороны квартиры мы с вами переходим на северную, идем по коридору. По западной стороне квартиры у нас первая спальная комната, она около 10 квадратных метров. Есть уж здесь у нас уже батарея отопления, так же как и во всех комнатах, естественно, освещение. Везде, кстати, вся квартира, освещение сделано очень качественно, все, что можно вложить, то есть есть и люстры, и точечные, и ленточные, в общем, все возможное, все сделано. Вот, дальше, проходя по коридору, здесь у нас получается общий санузел, он очень просторный. Дальше по коридору у нас вторая спальная комната, это детская комната. Здесь, конечно, нагромождение идет мебели, но мы на нее внимания не обращаем в этом случае. Здесь хозяева хотят забрать спальные места для двух принцесс, увезти с собой. В общем, вся мебель из этой комнаты уйдет. Мы с вами прошли в родительскую спальную комнату.
Здесь, как вы видите, достаточно просторно. Вся вот эта вот прекрасная кровать, там шкафы, все это остается. Здесь у нас есть свой санузел, душевая кабинка с прозрачной стенкой. Единственное, что в этой комнате заберут с собой, это кресло, это подарок. Поэтому хозяюшка сказала, что это кресло с собой забирает. Кроме того, здесь у нас есть балкон на северной стороне квартиры, получается, с видом на горы. Он тоже оформлен достаточно интересно. Ну что ж, друзья, мы с вами посмотрели квартиру. Квартира просторная, она распашонка, очень хорошо проветривается. Местоположение этого комплекса очень удачное, я считаю, и близко к морю. Автобусы тут проезжают, буквально вот выйти метров 10, дойти до улицы, и там можно сесть на долмуш, на газельку, уехать в Мерсин, в любую точку. Кроме того, в самом комплексе у нас Искан получен. Как вы видите, бассейн есть. В этом году его заливали. Детский бассейн, водные горки, генератор есть, беседка есть, детская площадка небольшая. В общем, все необходимое в этом комплексе имеется. Поэтому те, кто заинтересовался нашим предложением, обращайтесь к нам во всех соцсетях. Мы присутствуем. Ждем ваших откликов. До свидания. С вами была Лейсан Гаязова и компания Дивка Ременкуль.